Здравствуйте. Здравствуйте. Что вас сюда привело? Моя мечта очень давняя, очень хотела давно заниматься музыкой, вокалом. Ну что, давайте для начала распоемся. А можно я не буду лучше петь? Не переживайте, все будет хорошо. Давайте попробуем что-нибудь спеть. Ну, конечно, поете вы так себе. Да, медведь вам на ухо, конечно, наступил, прям прошелся, я бы сказал. Господи, как мне жалко ваших родителей. Идите лучше на рисование, спортом займитесь. Ну вот, а вы боялись, у вас все хорошо, хороший голос, хороший слух. Приходите на следующий урок, мы с вами будем заниматься, я думаю, у нас все получится.